Работаю в университете Гринвича, который находится в Великобритании. И как бы в проекте я участвую относительно недавно, можно сказать, что где-то с весны 2014 года. И первый раз я участвовала в тренингах, когда делегация из Украины приезжала в Гринвич. Я там делала доклад. И участвовала также, немножко помогала иногда с межкультурными взаимопониманием. Вот, это было очень интересно, познакомиться с украинскими коллегами. И вообще сам процесс межкультурного взаимодействия был очень интересен. Могу сказать, что я была очень приятно удивлена. Вот выступление ректора мне очень понравилось. Также в процессе общения с вашим ректором и с некоторыми работниками университета у меня складывается впечатление, что, во-первых, люди между собой общаются довольно демократично. Я слышала несколько таких дружеских, критичных комментариев, которые люди делали по отношению друг к другу, что говорит о том, что есть какая-то культура открытости, и можно кому-то сделать, это же не замечание, а поспорить с кем-то, высказать иную точку зрения, что очень важно для развития и возможности инноваций. То есть в споре рождается истина, если есть спор, если есть организационная культура, которая позволяет людям свободно высказывать свое мнение, тогда инновации, прогресс более вероятны. Вот это, я это заметила в этом университете, и мне это очень понравилось. Естественно, даже учиться в чем-то у украинских коллег, потому что я считаю, что обе стороны имеют возможность что-то друг другу дать. Это, я не вижу это как одностороннюю направленность передачи знаний, а идет взаимообмен.